Итак, ну что ж, давайте продолжим. Почти настало время момента истины. На. Так, позову Кавакаме, чтобы она тут кофе мне приготовила. Окей. Эх, какая же приятная картина. Личная горничная. Ну, Вильдем, да, ты прав. Вполне возможно. Так, ладно, пойдем, наверное. Погнали в Акихабару, собственно, зарабатывать эти 20 штампов. Тифол, нет, не особо на самом деле. Так, ну, хозяин с возвращением. Ну что ж, что сегодня закажете? Ну, как всегда. Так, ну тут диалоги повторяются, так что нет смысла повторять. Если, конечно, она только... Ну, да. Я надеялся, что он нарисует что-нибудь нормальное. Точнее, напишет. Но не в этот раз. Наивно было полагать, что что-то изменится. Ой, да ладно, ГГ не привыкать себе как говно видеть. Постоянно. Hi. О, еще одна горничная. Опа. Сразу слухи. Как там физическое состояние Шидо-куна? Он приходит в норму? Похоже, что да, он готовится к завтрашней пресс-конференции. Похоже, что какая-то шумиха происходит. Похоже, это действительно будет сокрушимая победа для него. Настало время, наконец-то, нового премьер-министра. Это исторический момент. Ридик, что с тобой? Выборы наступили. День Х. Да, но, к сожалению, еще ничего не изменилось. И это значит, что Шидо выиграет или как? Неужели его сердце действительно изменилось? Мы сделали все, что смогли. Дальше нам нужно было лишь ждать. Ну, по телевизору вроде бы никаких объявлений не было. Серьезно? Да, я тоже ничего не видела. Да уж, влияние, которое у них есть на СМИ, просто пугающее. Да, и тут не только Шидо касается. Кто-то другой ему помогает. Ничего не понимаю. Ну... Однако мы можем просто сидеть и ждать, и надеяться, что его сердце все-таки изменилось. Действительно. Ну, ждем результатов выборов тогда.
Привет, Сократ. Да, очень много слухов. Вы видели предварительные результаты? Голоса за Шидо просто подавляющее большинство. Очевидно, что Шидо Масайоши победит. Так, как долго будут открыты избирательные участки? Шидо сама. Ну же, быстрее. Вы встаньте на свой пост. Избирательные участки просто переполнены. Да, это последнее голосование. Последние моменты голосования. Действительно забавно наблюдать всю эту шумиху вокруг выборов. Да, очевидно, что победа за ним. За ним. Так. А результаты касательно Синдзюку уже, походу, есть. И все за Шидо. И снова слухи. Так. Мы докладываем напрямую из национального парламента. Судя по предварительным голосам, а нет, судя по результатам, да, судя по предварительным результатам, они просто впечатляющие. Шидо имеет подавляющее большинство поддержки со стороны народа. Да, тем самым можно сказать, что его положение... Нет. Его победа гарантирована. Ну что ж, настало время, чтобы Шидо сама воплотил свою политику в реальность. В этих выборах я почувствовал единство духа японцев, которые поддерживали меня. Так и знал, что Шидо выиграет. Эти выборы вообще были очевидны и ни к чему. Однако. Именно по этой причине я не могу простить себя за то, что я натворил. Причина, почему президент Окумура не стало, или точнее, кто его убил, на самом деле, это был я. Я манипулировал СМИ после этого шокирующего поворота событий для общественности, для того, чтобы повесить всю вину за свои содеянные преступления на фантомных воров. Я использовал других людей, чтобы они все делали за меня и не испачкать рук. Многие были моими жертвами. И все это ради собственного успеха. Ради... Нет. Точнее, ради своей алчности. Что? Я
Я для того, чтобы стать у штурвала этого корабля под названием «Страной», использовал жизни многих людей как ступеньки. Я преступник, что даже не заслуживает быть осужденным в суде. Я признаюсь во всем, поэтому, пожалуйста, накажите меня. Если я могу искупить свои грехи своей жизнью, то, пожалуйста, возьмите ее, сделайте это. Стоп. Что происходит, Шидо-сан? Это же ложь, Шидо-сан. Хорош! Ну что ж, ребят, поднимем стаканы. Итак, как бы это сказать? Ну, в честь... Ну, начинается. Ну, не нужно так грубо говорить. Если хочешь кому-то жаловаться, то жалуйся Шидо. Это из-за него мы докатились до такого. Ну что ж, в любом случае, наконец-то источник проблем Шидо Масаёши. Подайте ему сказать. Я наконец-то смогла отомстить за свою маму. Ребята, большое вам всем спасибо. Спасибо. И мой отец наконец-то тоже может упокоиться с миром. Мы все хорошенько постарались. Сидо ва юзай на но ё не, онечан. Шидо же виновный, верно, сестра? Обвинить его немедленно будет довольно тяжеловато. До тех пор, пока все связи касательно совершенных ему им преступлений не будут установлены. Но я постараюсь, чтобы все это было сделано. Я уверена, что результаты Вакабы спасли Японию. Но мы не против дачи показаний, если надо. Спасибо, но все в порядке. Я бы не хотела бы привлекать вас и... чтобы были какие-либо проблемы, подозрения и так далее. Настало время, чтобы наконец-то взрослые взялись за дело и сделали все так, как полагается. А что насчет него и школы? Ну, думаю, все в порядке, он может возвращаться в школу. Само собой, среди всех тех, кто занимались своим делом, твое лицо будет узнаваемо. Но я сомневаюсь, что они прибегнут к внезапным действиям, таких как твоего ареста. По крайней мере, они ничего не предпринут до тех пор, пока шумиха вокруг его самоубийства, не до самоубийства, я бы сказал, и признание Шидо не утихнет. Однако в конечном итоге неизбежна ситуация, где нас с тобой используют как
козлов отпущения неизбежно. Ты имеешь в виду инсценировку его смерти? Если бы полиция делала свою работу надлежащим образом, ничего из этого не случилось бы. Само собой, я сделал все, что в своих силах, чтобы все было правильно. Я буду той, кто защитит вас в этот раз. Выявление всех обвинений Кшидо – это мой первый шаг. Слушайте, а когда мы, как бы, ну, тост уже произнесем, там, бухнем уже? Действительно, бухай! И, как бы, правда вам от всей души спа... Да бухай! Да постойте! Бухай! Мне нужно идти. Похоже, что Шидо перевезли в больницу. А, да. Ребят, вы, конечно, празднуете, но за рамки не выходите дозволенного. Ну да, Оргин. В конце концов, кое-кто наконец-то вернулся. И нужно сильно вложиться в свою учебу. Фак. Можно взорвать эту школу? Так, ну, Соло, это если нам дадут потусить в тот день. Не факт, что дадут. Я, походу, дадут все-таки. Я видел пресс-конференцию. Но что-то не то. Такое чувство, как будто вообще никак не среагировал. Нет, такое чувство, как будто народ не особо среагировал на такое. Он же признался во всем содеянном. Однако на сайте Кайтяна ничего не пишут. Да и... Все каналы тоже лишь говорят о результатах выборов. А об этом признании, да, даже о воровне особо не поднимают тему. Это все странно, кажется. Я беспокоен. Думаешь? Я беспокоен. Да, это все не имеет смысла, верно? Да и поддержка для воров тоже не особо сильно поднялась после случившегося. В любом случае, я хочу поменять анкету. Теперь, когда разобрались с этим, следующий вопрос, что будет? Вы поддерживаете их, скорее всего, фантомных воров? Не странно, надеюсь. Я еще раз спрошу общество об этом, что они думают об этом. Так что просто жди. Я не особо понимаю, но о чем он спрашивает-то? Ну ладно, срать на эту популярность. Пусть Мишима делает то, что хочет. Кто там еще? Воу-воу-воу-воу-воу! Внезапно! Так, сегодняшние выборы прошли довольно успешно. Ну, в общем, как бы новая партия Шидо одержала уверенную победу. Однако, на удивление, оказалось, что есть и те, кто поддержали мои убеждения. Все-таки в мире не все не настолько скверно, как мне казалось. Думаю, без тебя ничего из этого не было возможно. Так что спасибо. Однако, истинная битва только начинается. Давай оба постараемся. Опа, вот это внезапно. Хотя в оригинале, по-моему, к этому моменту скипал все эти дополнительные смс-ки. Мда. Опа. Тут что-то новенькое. Может, какая-нибудь фотка? Хотя чего? Фантомные воры. Полная победа.
падение зла, часть первая завершена. В смысле, часть первая завершена. О, кстати, я забыл, а тут фотку сделала. Надеюсь, это лицо Рюджи в слезах. А, это лицо Рюджи в слезах. У меня тоже есть фотка. Это с сегодняшнего празднования, типа. Блин, вот это классный кадр. Ну да, Тифол, я и не проходил, скорее всего, там его. Ублюдок! Даже не дал мне знать об этом, прежде чем сфотографировать, точнее, или без разрешения это сделал. Это... Да я как раз в тот момент подходил к Валере сказать ему пару слов благодарности. И поймал этот момент. Окей, можно еще фотки? Да. Интересное объяснение, конечно. Но ты, похоже, действительно был глубоко тронут наконец-то, что... Валера разобрался с ситуацией, за которой оказался во всем этом. Действительно. Нам все равно не нужно быть слишком небрежными, но я думаю, что мы наконец-то сможем почувствовать, что такое свобода и облегчение. Действительно. А тут там ничего. Ладно. Пока что давайте нацелимся на другую битву, которая называется учеба. Понятно. Не, ну это классно было. Классно. Так, нам нужно Каваками для массажа. И чем займемся сегодня вечер? А, нет, стоп, ребят, нельзя сегодня ничего делать. Ну ладно. Я, может, я могу хотя бы что-нибудь прочесть? Ну, можно. Прочту эти журналы с... Опа. Ой. Ладно, ну это можно делать когда угодно, так что не проблема. И... Слушайте, а такое место мы не посещали в оригинале. Ну, я не помню такого. Страна Рамена прямо называют, типа, это место. Это, короче, магазин, где можно скупиться куча рамена. Окей. Так. Этикетки... Наш шампунь, а чё нет? Икен дактяк дана. Коре демо, омай ни казе ва накунатта. Ну что ж, дело наконец-то закрыто. Теперь, наконец-то, ты покончил со всеми делами. Джики сори нанте омуно кайшин сасетан да. Или точнее, с этим делом. Коре ижо но финале ва най зе. Ты изменил сердце следующего премьер-министра. Что может быть лучше для такого грандиозного... Нет. Что может быть лучше, чем такой грандиозный финал?
Думаю, что и наша сделка тоже уже выполнена. С тобой теперь будет все в порядке. Даже если меня не будет, ты все равно сможешь справиться и сам. Да, я буду в порядке. О чем это ты говоришь? Да тебе не нужно беспокоиться. Я не уйду немедленно. Или сейчас же. Но если я буду просто сидеть тут и ничего не делать, то я никогда ничего не вспомню. Я просто немного вам завидую. Я все еще не смог ничего найти, что касательно... Нет, я до сих пор не смог ничего узнать о себе и найти свое место. Мементос, если бы я только знал, что находится там, на дне. Ладно, давай спать. Ты же устал, не так ли? Масака... Не могу поверить. Даже сердце Шидо изменили. Мы имеем все, что у нас есть сегодня. Потому что он избавлялся от всех неприятностей, которые вставали у нас на пути к цели. Если против него будет возбуждено дело, то все касательно нас тоже выйдет на свет. Что же нам делать? Именно по этой причине мы и собрались здесь. Прокурор Нейджима серьезно собирается привести к ответственности Шидо-сана. И в суд. Разве она не под вашим командованием? Сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста. Да понимаю я. Даже если мы позаботимся о Нейджиме, что мы будем делать с общественностью? Поведение Шидо было подозрительным, было позорным. Просто продолжим план по созданию великой страны. Великая страна. Вы имеете в виду план манипуляции определенных личностей используя тот самый инструмент для контролирования сердец людей. Исследования должны продолжаться дальше. Задерживаемся изначального плана. И будем убирать с дороги всех тех, кто подумает пойти против нас с помощью того мира. Мы обязательно построим сильную страну. Мы сами оправдаем ожидания, что возложили на Шидо-сана. Сильная страна? Понятно. А другие вовлеченные люди в этом будут молчать? С этим, я думаю, все будет в порядке. Любой из тех, кто помогал Шидо-сану после просмотра этой конференции, почувствует, что на карту поставлена его жизнь. Точно так же, как и мы. Ликкен даке ва зеттай ни сосе не ба наран ёу да на.
В любом случае, остановить следствие над Шидо будет первым шагом. Да, но как мы будем контролировать общественное мнение? К счастью, поддержка Шидо-сана сильна. Поскольку герой Шидо Масайоши пал, стремясь к своей цели, мы возьмем его наследие. Именно так мы объявим в СМИ. Понятно. Поднимая во внимание панику общества после потери своего лидера, они сразу могут схватиться за нечто подобное. Но если общество пойдет против нас, то нам конец. То есть это значит, пути назад не будет. Тогда я позабочусь о Нижиме. А вас попрошу позаботиться о Шидо. Мы все объявим именно так, как вы и сказали. Ему нужна психическая экспертиза, обследование. Знаешь, правильно. Ну, тут смысл тоже. И не забывайте, на дно мы пойдем все вместе, если что. Че, ребят, гоу на дно? Опа! Ну что ж, с сегодняшнего дня ты возвращаешься в школу. Ну, как себя чувствуешь? Рад возвращаться. Не хочу опоздать. Хотел бы еще отдохнуть. Ой, таланти, не говори так. Это намного лучше, чем жить постоянно скрываясь. Да нет, нормально. Ладно, у нас мало времени, так что не стоит опаздывать первый же день твоего возвращения. Пошли в школу? На дно в школу, да. Так, теперь нужно идти в Мементос при первой возможности. Иначе можно все просрать. В смысле, реально. Так. Шидо-сан, премьер-министр? Да, но он говорил странные вещи. Ну, если... Ну, Шидо-сан в плохом состоянии, это плохо для... страны. Он наша надежда. Будем делать, мы в отчаянии. Эй, видел конференцию Шидо? Это что, результат того, что изменили его воры? Серьезно? Шидо преступник? Стоп, а разве лидер с фантомных воров не совершил самоубийство? Ну там до выборов было же большое объявление о том, что они типа вернулись. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Даже в сети все спорят насчет правды. А что с результатами до выборов? Если премьера-министра у нас не будет, то что будет со страной-то? Неудивительно, что все в замешательстве. Опа! И Каваками-сенсей и Даника не виделись в школе именно. Ну что ж, на этом с уроком на сегодня все. Ну и помимо прочего, сегодня последний день моих уроков в этом году. Конец года, да? За этот год столько всего случилось. Как будто...
это все было не взаправду. Да уж, ребят, действительно, целый год. Ну, правда, мы совсем целый тут. Ну, у вас, само собой, это еще не последний день в школе. С завтрашнего дня у вас начнутся последние тесты, что будут длиться 3 дня до 22 числа. Чего? Стоп, какие тесты? Эй! Я ж не учился! Вы ведь не забыли про это, да? Я не приму ответа, мы забыли выучить все это за год. Это последнее дело, что осталось в этом году у вас, так что удачи на тестах. Яре-яре. Наконец-то вернулись в школу, а тут на тебе. Будем учиться позже тогда. Салар, Шидо признался почти во всем на той конференции. Почему в новостях ничего не говорят об этом? Из-за того, что он политик, что ли? Ну, тут точно это связано с политикой. Нехорошо со стороны СМИ скрывать и не говорить о нечто таком серьезном. Учитывая, что все знают. Ну, или как минимум многие. Да, многие люди видели сами своими глазами, что Шидо рассказывал на той конференции. Да, и все слышали. Так что это нехорошо. Именно. Это надолго не будет скрыто. Это не будет скрыто надолго. Скоро все выйдет наружу. Твоя сестра ведь работает над этим сейчас, верно, Макото? Просто надо подождать результатов. Поверим в нее. Однако мы сами сосредоточимся сейчас на тестах. Как раз вовремя и они. В этом году всем нам было нелегко и все сильно измотались. Права. Ой, господи, эти тесты выжимают из меня вообще последние соки в этом году. Все постарайтесь, удачи в учебе. А Футаба-то не учится. Опа. Ой, прости, я забыл тебе сказать про последние тесты в году, которые у тебя будут. У меня было куча дел, особенно после того, как пришли подчиненные Шида. Сейчас бы Касуми увидеть. Ну, вы же ученики, так что вполне нормально, что у вас групповая учеба. Чего? Одно из основ правильной учебы – это правильная еда. Ты-то сама-то не будешь сдавать никаких тестов. Простите за вторжение. Ну, добро пожаловать. Ой, не беспокойтесь о кафе. Делайте, что хотите тут. Большое спасибо. Тогда мы воспользуемся вашим предложением. А чё вы меня сюда позвали? Мои тесты... Фу, в моей школе все тесты уже закончились. Ой, да не говори ты так. Ты что, тебе что, все равно, что я не сдам, что ли? Да всем срать.
Рюджи, какая разница, будешь ты учиться или нет? Ты же все равно не сдашь. Ой-ой, ну, успокойтесь, успокойтесь. Сделаем вид, что мы ему помогаем. Хотя бы. Эх, я беспокоена. В этом. Сосредоточимся на том, что будет на тестах. У нас мало времени. О, так это называется сосредоточиться на учебе. Если хоть один экзамен не сдам, я труп. Если я хоть один экзамен не сдам, я труп. Неужели у вас все настолько плохо? За один день невозможно выучить. Валер, ну это и тебя касается. Хотя, учитывая твои оценки, я вообще не беспокоюсь о тебе. Но все равно, некоторое время тебя не было, так что тебе нужно лишь выучить новые темы. Кстати говоря, да, Валера так хорошо учится. Я чувствую, как будто меня предают. Предают? Все в порядке, Андоно. Даже если вы не можете учиться, я все равно... Ладно, давайте начнем. С чем мне тебе помочь? С японским, с историем, с... Это типа гражданское право, что ли? Оумини. Ну да, что-то типа подобное. Ну давай это. Я вообще ничего не понимаю в этом предмете. И я. Я помню одну вещь, по-моему. Что-то там насчет восхода солнца на горе Фуджи. Восход солнца, гора Фуджи. Точно, в Японии первые могут увидеть восход солнца те, кто находится на вершине горы Фуджи. Широта и долгота являются очень важными, но важнее всего является высота. Лишь с этой подсказкой ты все поняла, Макото. Ты умница. Почему вам не сделать перерыв, ребят? Давайте прервемся. Я больше не могу учиться. Тем не менее, пока мы были фантомными ворами, мы многому научились. И многое узнали. Однако то, что мы учим в школе, кажется все бесполезным. Зачем нам вообще это все знать? Дело, говоришь. Учеба важна. Никогда не задумался об этом. Ливия. А как бы это... Помини. На английском называется Сивис. На русском я не знаю. Давай, Сократ, спокойно. Скорее всего, чисто знание, наверное, правильно. Ладно. По крайней мере, это, в этом нет необходимости для Рюджи. Че? Ну,
Подобный опыт тоже очень важен. Но здравый смысл также важен. Вы должны лучше, чем кто-либо другой, знать, какие же мерзкие могут быть взрослые без здравого смысла. Он дело говорит. В один прекрасный день вы выпуститесь из старшей школы и станете полноценными взрослыми людьми. Выйдете замуж или женитесь. Господи. Само собой, вам понадобится много здравого смысла. Жениться, да? Слышь, Валера, а ты жениться хочешь? Конечно, никогда об этом не думал. Секрет. Конечно. Сакино ханаси да. Именно об этом я и говорю. Сореёримо. Ашита но шокужи о нани ни суру ка га оре но има но наями но тане да. Однако сейчас я беспокоюсь о том, что я буду есть завтра. Хара херу кара. Соно ханача ямеро. Хватит говорить об еде, а то самому жрать хочется. Шоуга не. Бенкё закай сука. Ладно, чем поделаешь, вернемся к учебе. Так, ну собственно это все предметы. Это было так долго. Ну, мы охватили все самое важное, так что думаю, возможно, вы справитесь. Ребят, хорошо постарались. Валера, ты хорош в учебе. И я получил пару очков интеллекта. Спасибо, но... Блин, вот бы такая же система статуса в реальной жизни, чтобы его посмотреть и прокачать так же быстро. Ой, все, мне конец. Лишь одному богу и богине известно, что будет дальше. Рюджи точно не сдаст. Че ты сказал? Ну, что будет, то будет. Вам уже скоро возвращаться, будьте осторожны по дороге домой. Даже после того, как мы спасли страну и изменили сердце Шида, отстойно, что кое-кого ждет еще экзамены. Тяжело быть человеком. Но наблюдая за тобой, я прямо завидую людям. Ну, давненько ты не был в школе. Как оно там? Рад вернуться, как всегда. Я не хочу туда. Ой, да ладно ты, не говори такую чушь. Учеба для студентов – это как работа для взрослых. Просто надо. Кстати, говоря... А твой испытательный срок скоро заканчивается. Не знаю, повлияет ли что-либо из того, что было... Не знаю, повлияет ли то, что было за последние несколько дней на тебя, на все это, на твой испытательный срок в дальнейшем, но попытайся не выделяться.
Господи, мы же только что говорили, что писать сразу? Временность. Кстати, что там с расследованием Шида? Не знаю, давно не видела сестру. С ней все в порядке? Ну, должно быть все в порядке, она занимается просто Шида. Именно. Она же замечательный прокурор, верно? Да, все, что мы можем сделать, это просто наблюдать за тем, что будет дальше. Так, чем займемся сегодня вечером? Так, ну, во-первых... Кавакками, лотереей и овощи. Овощи? Какие овощи? А, ну овощи вечером нельзя, к сожалению. Так что только лотерея. Кстати, вам сегодня до скольки сил хватит сидеть? Потому что что-то я как-то бодрячком сегодня. А, сюда, сюда. Я потратил 3000 йен и выиграл 100. Какая же у меня охрененная удача. Блин, а если бы зашел к Чихай, может быть, мне повезло бы. Ай, ладно. Ну, понятно. Ну, тогда сидим, как обычно, еще 40 минут. Хотелось добраться до Мементоса. Дартс, Юски, да, я думаю, успеем еще. Ой, стоп, куда ты? Да я пошел. На-на. Ну, диалоги повторяются, так что, к сожалению, ничего нового. Так, у тебя, ну, кстати, Солар, да? Можно сдать тесты 22-го. Ну, учитывая, что нам сказали, что 22-го там будет что-то, то, как бы, да, скорее всего, 22-го вечером мы сможем тусить. О, мне дали внутреннюю игровую ачивку. Но мне не это нужно. Мне нужно нормальное. Для нее надо сказать это особое меню, которое мы как раз открыли, по идее. Думаете, что у представителя Шидо действительно изменили сердце? Ну, очень много слухов ходили о том, что с ним все очень плохо, он больной вроде или что-то подобное. Помимо прочего, если все, что говорят, было правдой, то его уже довольно арестовали. В любом случае, возможно, скоро нам стоит ожидать объявления о том, кто будет следующим премьер-министром. Не знаю, что-то тут не так. Ну ладно, неважно. Если с представителем Шидо никаких проблем не будет в конечном итоге, то я предпочла бы его. Ой-ой, как председатель. Ой-ой, вы... что они несут? С ним же куча проблем. Утро. Тестока. Тесты. Эй, мы же типа герои, что спасли эту страну.
Нам не могут просто зачет поставить за наши усилия. Ска, тассекан ты юно? Нака ускунай? Однако, слушай, честно, я что-то не ощущаю, как будто все закончилось. Что насчет тебя? Это все из-за того, что все ведут довольно странно касательно того, что случилось. Большая фраза на самом деле. Точно. Даже после конференции, где он признался во всем, ничего не происходит. Ну, однако, сейчас только остается положиться на сестру Макото, чтобы его точно посадили. Ну, может, как раз до того момента мы закончим тесты? Монти-сэмпай, доброе утро. Рад тебя видеть. Доброе утро. Давненько я не видела вас в школе. Насчет изменения Шидо, хорошо постарались. Спасибо. Я истощен. Нет, Монти-сэмпай, это вас нужно благодарить. Эй, вы там живы? Может, пойдем куда-нибудь и отпразднуем это? Как насчет того, чтобы в Новый год пойти в храм? Это как раз скоро. Еееей, стоп, Новый год. Но, к сожалению, перед этим нам придется с тестами разобраться. Ладно, я свяжусь с вами снова. Прошу простить меня. Так, ребят, все, на Новый год заметано. Ну, точнее, 1 числа. Пойдем в храм, как обычно, по традиции. С Касуми, все. Ждем. Юката, все дела. Ай, хазимеру вайо. Да уж, Вилден, действительно. Ну что ж, сегодня первый день последних тестов. Начинаем. Скажите, какой из выше представленных графиков является китайской версией Diablos? Кто-нибудь помнит А, Б, С, Д? По-моему, Д. Потому что Б это у нас... это как его... Ну, вот это... Слизистая хрень. А и С, и Х, З. Вот Д, по-моему, это оно. Улитка Д. Диаблос это Д. Ну, плюс еще вариант Д. Никто не помнит, да? Ну, удачи. О, думаешь, правильно? Так, что у нас дальше? Нужно написать. Выглядит сложно. Но давай быть спокойными и думать. Я обдумаю все. Шаг за шагом. Так, опишите, почему одному из великих воров периода Эдо, Недзуми Кодзо, Кодзи, на него навесили макияж перед казнью. Этот парень был вором во время периода Эдо. По-моему, он довольно много... ущерба нанес. Сколько там было? Ой, больше 10 лямов, по-моему. Верно. Но в конечном итоге его, к сожалению, поймали. И в результате он получил наказание, которое что было? Так. Тюремное заключение, распилование или сипуку. Thank you.
Так, совершенно верно. Его изначально заключили в тюрьму. Это все звучит, конечно, просто ужасно, но, к сожалению, в тот период времени все воспринималось немного по-другому. Это считалось не совсем преступлением. Нет, стоп. Преступники, в частности, знаменитые преступники, за свои грехи их заставляли кое-что делать в городе. Что их было? Что это было? Провести ритуал, провести выступление, что правильнее будет перевести как. Их заставляли маршировать по городу, собственно, в макияже перед казнью, чтобы все типа посмеялись над такими, над дворами. Да, верно. Народ не был бы доволен, если бы он был просто одет в какие-то лохмотья. Они хотели что-то, они хотели наблюдать на красоту, которая превращается в грязь. Да, интересный период времени. Получается, что в то время даже преступников, которых казнили в результате, перед этим показывали их чистый вид, которые они могли бы иметь, если бы были нормальными людьми. В любом случае, люди той эры довольно сильно любили гротеск. Ты написал. Так. И время. Так, всем перестать писать. И изи. Воу, воу, что-то Касуми активизировалась, не к добру или к добру, это надеюсь. Хорошо постарались, сэмпай. Я так и не смогла нормально поговорить с вами в школе. Но хотела сказать, что я действительно рада, что вы целы невредимы, сэмпай. Вы, надеюсь, не забыли о нашем обещании, которое мы дали на крыше? Конечно. Что там было? Конечно же нет. Правда? Я так была взволнована сегодня утром, что уже составила план заранее без вашего ведома. Но надеюсь, что насчет посещения храма в Новый год мы договорились. И спасибо, что вернулись целыми и невредимыми. Прости за беспокойство. Теперь все должно быть в порядке. Именно это почему-то меня и пугает. Буду молиться, чтобы ничего плохого не случилось. Я тут на некоторое время отправляюсь в тренировочный лагерь за границей, поэтому меня какое-то время тут не будет. Если честно, я буду очень сильно беспокоиться о вас, сэмпай. Нет, если честно, я очень сильно беспокоилась о вас, сэмпай, все это время. Однако теперь, когда, как я понимаю, вы все закончили, больше не о чем беспокоиться. И можно идти вперед на полную силу. Ну, короче, во время последней арки ее не будет в городе совсем, в смысле, вообще в стране. Класс. Так, прошу прощения, что отвлекла вас по среди недели от тестов. Похоже, Йошизава сильно беспокоилась насчет тебя. Эх, осталось подождать, пока это общество изменится. И тогда все станет легче. Блин, она реально как вайфу. Пишет, беспокоится.
Вот такую проработку всем дополнительным тянкам, если с ними замутил, вообще было бы классно. Охайо! Утро. А и сегодня снова тесты. Мы одолели Шиду. Но нам надо одолеть еще последние тесты. Эта битва тоже тяжелая будет. Что скажешь? Ой, да легко. Да, тесты жестче, чем Шиду. Как и ожидалось. Для тебя, лидер, тесты — это ничто. Но все-таки по сравнению с боем Шидо, эти тесты будут более легкими. Ну, осталось еще 2 дня, поэтому я думаю, мы справимся, мы должны это сделать. Да блин! Она меня преследует! Я не против, конечно. Такамаки-сэмпай. Ой, Валера-сэмпай. Доброе утро. Доброе утро. Я как раз только наткнулась на Валеру. Ишизава-сан, ты кажешься очень занятой своими тренировками в последнее время. Что насчет тестов, все нормально? Ай. Да. Это только мое физическое состояние. Вчера я, например, повторяла все и заснула посреди учебы. Ой, у меня тоже такое было. Ладно, давай постараемся. Ай. Да. Я попытаюсь соответствовать тому, что вы сказали. Так, сегодня 2-й день. Ну что ж, начинайте, пожалуйста. Какая из мастей олицетворяет из себя святой Грааль? Сердце. Так, Ато, Даймонд, Бога и Испе. Думаешь, правильно? Так, в суде могут присутствовать люди, начиная с 0 лет и неважно какого возраста. А на какие именно типы, нет, в роли кого они могут присутствовать, собственно, на суде? Защиты, адвоката, адвоката нападения или как-то там, слушателей, очевидно. Да. Ребенок 3 месяца придет, он в суде защищать подсудимого. Класс. Или я не знаю. О, думаешь правильно? Думаю. Обвинение. Спасибо. Такое с Шидо. Кто-нибудь его видел с тех пор, как была пресс-конференция его? У меня были большие надежды на него. Чтобы наша страна была без премьер-министра, это просто неприемлемо. Надеюсь, он вернется к тому, чтобы вести эту страну. Но, честно говоря, более подходящего человека и квалифицированного человека, чем Шидо, больше не найти. Слушай, они все что, с ума посходили? Как они могут доверять Шиду до сих пор? Сегодня последний день тестов.
Ну как оно? Справляешься? Я всегда как. Мне все как всегда. Я точно пройду. Я хорошо, но... Ну, со мной, конечно, все хорошо и тому подобное, но моя сестра уже несколько дней не возвращается. Возможно, она слишком сильно нагружена делами насчет Сидо. Сидо был с крупными людьми связан, и если его арестуют, то будет проблема. У него в конечном итоге были связи с очень многими могущественными людьми в разных отраслях. У многих людей будут проблемы, если его арестуют. Я что-то беспокоюсь. Ну да. Но Сидо уже признался. Но он во всем признался, и этот факт нельзя отрицать. Ну и раз моя сестра взялась за это дело, все будет хорошо. Это означает, что нам тоже не нужно отставать. Надеюсь, ты помнишь все, что мы учили на днях. Давай быстро пройдемся по основным темам в поезде. Настоящие друзья. Хаджимеёка. Нравится вам или нет, но сегодня всему придет конец. Ну что ж, вперед начинайте. Эй. Подожди, по-моему, нечто подобное мы не проходили, мы не были на уроке, где проходили вот это. Ой. Блин, и как мне это перевести? К какой стране относится человек, который контролирует политику за кулисами, и также этого человека называют премьер-министром, если дословно, черным премьер-министром, имеется в виду именно связанные с плохими делами, преступниками и так далее. Короче, премьер-министр, что действует за кулисами, наверное, так будет правильно. Америка, Франция, Ингленд, то есть Британия и Япония. Очевидно. Это в Японии. Так. Не, Салар, это Япония. О, думаешь, правильно? Если бы это была другая страна, они бы не использовали такую формулировку, которую только японцы используют, и только к ним это относится. Ой, у нас не было на уроках, где была и эта тема. Из следующих слов до из азбуки является правильным. Да, вот это будет довольно сложно переводить. Так, донкоджано, до, что означает
смелость. Что неправильно, потому что уже сразу в скобках не тот. Так. В слове дредно... А. Короче, вопрос следующий. В каком из следующих слов, собственно, иероглифу? Хотя это не совсем иероглиф. Иероглиф азбуки Каны до используется правильно. И, собственно, тут у нас до конджоно, что неправильно, дредноут, или же дойцуно, до. И у нас тут дредноут. Думаешь, правильно? Я уверен, что, возможно, мало кто понял, но, короче, есть определенные правила, которые как раз относятся к тому, как пишется те или иные. Какие слова нужно писать определенными азбуками? Ну, собственно, возможно, многие знают, что каны используются для того, чтобы писать заимственные слова, как вот дредноут, любые из английского и так далее. А... И, собственно, нужно было ответить, какое из следующих слов принадлежит правильной азбуке. Мне трудно это объяснять, но смысл понят. Чересчур прямые. Так, сегодня последний день экзаменов. Но, думаю, для тебя никаких проблем не должно возникнуть. Это для тебя будет, по идее, легко. Ну да, как бы это вопрос как раз был о хирогане катакане. И, собственно, там было три слова из японского языка, которые... Ну, одно вообще не написано правильно было, второе как бы вообще было написано... Хироганой, и только одно слово было написано правильно, и катаканой, то есть дредноут, как раз заимствованное из английского. Ну и, собственно, нужно было просто выбрать. Довольно легко. Так, ты отлично справился. Не могу дождаться увидеть результатов. Пока Шидо не изменится. Будь все равно на чеку. И попытайся, скажем так, держаться ниже травы. Так, Мементос, окей. Ну что ж. Дальше, значит, у нас Мементос. Момент истины. Спасибо, Салар. Пойдем на крышу. Конничина. Так, здрасте. Здравствуйте, второе. Ну да, ну в джазе нам вечером надо. Это когда вернемся с Мементосом. Конечно, посажу еще, но не знаю, если смогу собрать этот урожай уже. Кого пригласим в клуб? Не знаю, Рюджи, что ли, 25-го. Понятно. Стоп, 25-го урожай собирает? Окей. Ворон нефть. Yes. Так, ну, судя по времени, тут как раз можно остановиться, и продолжение следует.